большой привет, друзья! И перед тем, как мы начнем с нашим влогом, я бы хотела сделать небольшое вступление и сказать, что данное видео снято при поддержке финансового сервиса TransferGo. Об этом сервисе я вам уже как-то рассказывала в своем инстаграме, писала об этом пост и получила также очень-очень много вопросов и также очень положительных отзывов. Поскольку меня смотрят множество подписчиков не только здесь, по Германии, но также и из европейских стран, то я думаю, эта тема достаточно актуальна для многих из нас, и TransferGo это, во-первых, очень безопасный, надежный сервис, который бережно относится к вашим личным данным, к приватности, и эта компания лицензирована как финансовая организация Великобритании и в ЕС. Помимо этого, переводы происходят очень быстро, то есть если вы переводите на карту, то перевод может случиться просто за одну секунду. Если же вы переводите на банковский счет получателя, то перевод также приходит примерно за полчаса. Также очень удобно. Вы можете, например, скачать приложение на ваш смартфон и лежа на диване там перевести какую-то сумму получателю. Это также делается через планшет, может быть, ну или же через компьютер. Так тоже можно поступить, конечно же. При подобных денежных переводах мы, конечно же, всегда задумываемся и о комиссии. В среднем у TransferGo комиссия составляет только лишь 1%. Ну и это, конечно же, зависит от суммы вашего перевода, но это в разы меньше, чем в обыкновенном банке. И, конечно же, служба поддержки. Служба поддержки говорит на русском языке, а также на нескольких других языках, так что если у вас возникли какие-то проблемы или вопросы, вы всегда можете к ним обратиться, и вам сразу же помогут. После того, как я вам рассказала в инстаграме об этом сервисе, я получала еще много вопросов насчет этого, как это все делается. На самом деле это очень просто. Если вы это делаете через смартфон, вы просто скачиваете ваше приложение, и затем вы, в принципе, можете там уже сделать перевод. То есть ничего сложного там нет, и получатель не должен скачивать себе, например, это приложение. То есть ему не нужно быть зарегистрирован в TransferGo, потому что это лишь только для ваших данных, чтобы вы смогли внести все данные, как ваши, так и получателя, именно, например, банковский счет, или если вы переводите, скажем, на карту MasterCard или Visa. Кстати, на эти карты, как я уже сказала, счет приходит мгновенно, за секунду, неважно от какого банка. Своим друзьям я тоже советую этот сервис, потому что я уверена в нем на все 100%, и у них уже более 2 700 000 клиентов. То есть вы сами понимаете, да, что уже очень много человек воспользовались этим сервисом, и что это все работает без всяческих проблем. Что ж, я надеюсь, что эта информация была для некоторых из вас полезна. Ссылка переходная на этот сайт будет под видео в инфобоксе. Вы можете по ней пройти, посмотреть и почитать сами, если вдруг у вас возникли опять какие-то вопросы, или вы хотите просто посмотреть, как это все выглядит. Что ж, ну а теперь мы приступаем уже к нашему влогу. Друзья, всем большой привет! Начинается следующий влог. Я вам буду показывать продолжение банкета, как говорится. Покажу, что уже получилось у меня сделать касательно моих шкафчиков, которые я вам показывала в предыдущем влоге. Те, кто не смотрели его, можете заглянуть тоже по ссылке. Там я вам рассказывала, что я приобрела для нашей прихожей шкафы в Икее. Они называются Ivar. И у меня по плану было их отшлифовать и покрыть лазурью. Так вот, первый и второй шаг практически окончен. Мне осталось еще отшлифовать и покрыть лазурью дверки. Саша мне их уже собрал. Также я заказала ножки, которые уже прикручены к шкафчику. Это, конечно, сделал тоже Саша. Вот. Плюс жду еще ручки для дверок, потому что я тоже хочу, чтобы на нем имелись ручки. Вот. Но давайте покажу, как это сейчас примерно выглядит. Вот шкафы, как они выглядят, когда они уже покрыты лазурью. Посмотрите, как прикольно это смотрится. Вот, и Вероника ходит за мной по пятам. Этот шкаф я сделала еще вчера. Если его хочется покрыть два раза именно лазурью, то нужно ждать 24 часа. Вот. А вообще, в принципе, он высыхает, и примерно через 4 часа его можно уже спокойно трогать, то есть он уже не липкий. Я их буду покрывать только один раз,
И, Вероника, подожди-ка, не трогай. Вот этот шкаф я покрыла, так, сколько у нас сейчас времени? Ну, мне кажется, где-то 2-2,5 часа назад. В принципе, он тоже уже не такой липкий, но, мне кажется, тоже очень круто смотрится. Такой прикол, да, что вот эти вот шкафчики были именно вот с этими, не знаю, дырками. Такое ощущение, что это были доски, в которых имелись дырочки. И затем на самой фабрике они как бы залатали эти доски, и теперь такие здесь вставные кругляшочки. Ну, да ладно, с этой стороны, кстати, тоже, вот. Но мне кажется, шкаф выглядит очень классно, да, по сравнению вот с этим вот цветом. Вот, вот этот шкафчик какой-то прям очень странный, и здесь еще была такая полоса, так что от лазури она проявилась еще больше, как будто бы здесь кто-то что-то поцарапал, не знаю. Но, в общем, меня это не слишком расстраивает, мне нравится, как это все выглядит. В общем, пойду сейчас еще шлифовать и докрашивать дверки. Ах да, чуть не забыла про ножки. Я заказала черные ножки именно с золотым покрытием на кончике. Да. И мне кажется, на фоне такого темно-синего бирюзового цвета, о котором я вам говорила в прошлом видео, это будет смотреться очень классно. Вообще, золотой цвет выглядит невероятно классно на фоне темно-синего цвета, например. Мне тут Саша оборудовал уже место, и на вот таких вот подставочках я буду здесь сейчас все это дело делать, вот, плюс шлифую вот таким вот тоже прибором. Это все Сашина, знаете, я, если честно, вообще в этом не разбираюсь, смотрела только на YouTube несколько роликов, как это все делается, вот, но вроде бы получается, вот, так что, друзья, вот таким вот утюжочком сейчас пройдемся, затем смахну пыль, грубо говоря, и можно уже покрывать лазурью. Смотрите на эту красоту. Вот так оно выглядит, когда покрыто лазурью. Кстати, лазурь вы можете тоже выбирать любого цвета, если вы хотите что-то потемнее или даже посветлее. У меня, например, это лазурь оттенка дуб. Вот, есть еще темный дуб, есть акация, манго, по-моему, все, что захотите. В общем, как-то так. Теперь она должна подсохнуть, и я ее дома расположу на подстилочку, а здесь буду шлифовать дальше другие двери. Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами будем готовить обед. Скоро Саша придет с работы, поэтому мне нужно успеть до этого момента. Мне на этой неделе опять пришла коробочка HelloFresh. Я вам уже рассказывала о ней пару раз. Это коробка, которая приходит с рецептами и сразу же со свежими овощами и со всеми ингредиентами для того или иного рецепта. Я сейчас немножко урезала объем моего заказа и сейчас заказала себе два рецепта. Один рецепт я уже готовила, и мы его уже съели, поэтому не могу вам его продемонстрировать. Но вот он очень, кстати, всем понравился. Может быть, как-нибудь я его потом сама отдельно приготовлю и вам покажу как идею. А сегодня я буду готовить следующий рецепт.
И он должен готовиться в считанные секунды, я надеюсь, поэтому я с таким положительным настроем собираюсь сейчас это все быстренько здесь сварганить. Этот рецепт, если перевести, называется сырные шпецли. Шпецли – это что-то типа вермишели, которые жарятся в сковороде, и они в сливочном соусе с добавлением бекона, с добавлением сыра. В общем, должно быть неплохо. Я вообще обожаю все, что касается пасты, какой-то вермишели, спагетти и так далее. HelloFresh присылает все по отдельным пакетикам, и они отмечены номером. Вот это, например, номер 26, и также на рецепте написан номер 26, поэтому вы можете сразу разобраться, что куда относится. Представляете, друзья, они забыли положить бекон в эту посылку. Хорошо, что у меня дома есть еще что-то наподобие. Да, впервые, кстати, такое произошло, но я думаю, все мы люди, у всех случаются ошибки, но как бы это не очень приятно, да, когда ты за это платишь деньги. Смотрите, друзья, как классно работает вытяжка. Еще раз повторюсь, что сниму отдельное видео про кухню и вам расскажу уже все отдельно. Вот, но я пока довольна. В эксплуатации тоже все работает, знаете, не хуже обыкновенной вытяжки, которая приделана к потолку, да, или наверху. Ну что ж, паста готова, или лучше сказать шпецли. Так это все дело выглядит. Смотрите, как тянется сыр. Да, я уже в предвкушении. Сейчас будем пробовать. Мне кажется, выглядит достаточно аппетитно, друзья. Ну что ж, друзья, после вкусного обеда, по закону Архимеда, как говорится, нужно бы и честь знать. Все собрала, да, но сейчас я собираюсь красить коридор. Я уже подготовила здесь все место, только сейчас еще постелю здесь, чтобы ничего не забрызгать, и буду красить я вот эту вот всю часть. По такому счастливому случаю, можно даже сказать, у нас еще пока нет дверей, поэтому мне не нужно их заклеивать, только здесь выключатели, плюс здесь, поскольку еще нет дверей, и вот эти угловые плинтусы мы еще не прибили, потому что, ну, вы сами понимаете, из-за косяка, вот, поэтому здесь мне тоже ничего не пришлось заклеивать, только одну вот эту вот сторону. Вот, ну что ж, пожелайте мне удачи в бой! Кстати, друзья, такой лайфхак, если кто не знал. Чтобы линия получилась ровной от краски, когда вы заклеиваете ее, то лучше всего эту линию вначале прокрашивать
белой краской, а затем сверху уже вашей цветной, которую вы планируете покрасить вашу стену. Я, если честно, тоже об этом не знала, вот, но это очень круто сработало, когда мы красили стену у Аннабелли в комнате и когда я рисовала палатку у Вероники в комнате. Вот. Поэтому я сейчас тут кручу вот так вот это ведро. Это, кстати, тоже очень круто срабатывает вместо того, чтобы, знаете, как-то размешивать краску. Вот. Такой тоже лайфхак. Смотрите, друзья, видите, то есть мы как бы вот этот край изоленты прокрасили белым так, что белая краска попала вот в какие-то, может быть, промежуточные там щелочки, знаете, и заполнила их. То есть когда мы будем потом отклеивать ее, уже когда накрасим другой краской, да, что эта линия получится более ровной, а не, знаете, такой зигзагной, например, иногда. Особенно это бывает часто на каких-нибудь рельефных поверхностях, вот. Ну, тут у меня стена более-менее ровная. Но все равно, да, опять расфокус. Что ж, сильно долго ждать тоже не нужно, пока она прям супер вся высохнет, засохнет. Это надо делать все быстренько вообще-то. И можно уже красить стену. Нескольких часов работы и пота, и покраски стен, я вроде бы как закончила это дело. Темная краска, скажу, очень привередливая, но знаете, я бы ее сравнила даже вот для нас, девочек, с каким-нибудь темным таким бордовым, темной бордовой помадой, например, для губ, потому что, знаете, когда вы красите таким темным цветом, нужно быть очень осторожным, чтобы она не плешивила, чтобы не развозюкать и чтобы не было это пятнами. И здесь точно так же, друзья. Самое тяжелое это были углы, и, знаете, вот эти вот линии у потолка, потому что там я валиком не могла подобраться, потом пришлось подчищать это все кисточкой, кисточка красит немного иначе, чем валик, в общем, да, и теперь я еще жду, пока стены подсохнут, чтобы еще раз скорректировать некоторые места, потому что я вижу, что все равно краска чуть-чуть плешивит. Давайте я вам покажу, что у нас тут получилось. Так, я не знаю, свет выключить, а без света будет вообще черные стены. Ну что ж, дорогие мои, вот так выглядят теперь здесь стены. Мне кажется, это очень классно смотрится. Опять же, здесь некоторые моменты, да, еще подсыхают, поэтому я жду. Вот там вот тоже только что еще корректировала места, вот, и... В целом мне очень нравится. Аннабель уже тоже заценила, сказала, очень круто выглядит. Да, по-моему, моя камера уже на последних издыханиях. Она уже не хочет ничего снимать и фокусировать. А теперь представьте здесь те шкафчики, которые я покрыла лазурью. Будет вообще просто мега круто смотреться. Один с этой стороны. И вот здесь вот у меня будет... специальная вешалка, которая будет крепиться на потолок, а другой с этой стороны, который чуть поуже.
Давайте мы, наверное, сегодня пройдемся с вами по обновкам. Саша собрал шкафчики в коридор. Я вам покажу, как это сейчас все смотрится. Единственное, мне не хватает еще вешалки, которую я заказала, поскольку эта вешалка изготавливается специально по моему заказу, по моим размерам, которые я хотела, то это длится чуть дольше. Мне они написали имейл, сказали, что это длится примерно до 15 рабочих дней, да, то есть три недели практически, да, потому что выходные не считаются. Вот, мне кажется, две недели уже прошло. Я надеюсь, что скоро она мне придет, потому что без нее, ну, еще пока не так, конечно, не то, что я себе представляла, но когда она уже будет, я вам, конечно, потом тоже все расскажу и покажу. Но сегодня хотела вам все-таки показать уже примерно конечный результат, чтобы вы уже немножко представляли, как это все выглядит. Итак, друзья, посмотрите. Саша докрашивал еще эти стены. То есть эта стена покрашена у нас сейчас на второй раз. И вместе с ней, так, я сейчас вижу уже здесь какое-то белое пятно. Камон, откуда оно? Выглядело все замечательно. В общем, но в целом это все сейчас выглядит уже намного-много лучше, потому что после одного раза краска прям ужасно плешивила, и мы не могли это так оставить. Как вы можете заметить, шкафчики здесь уже стоят, вот такие вот красавцы. Знаете, друзья, это настолько привередливая краска, или лучше даже сказать, неуловимый цвет, потому что на камере он выглядит просто синим. На самом деле это петроль. Петроль, я специально погуглила, это смесь зеленого, синего и серого цвета. На самом деле, если бы вот лайф вы сюда зашли, вы бы увидели, насколько красивый, насыщенный, благородный это оттенок. И на фоне такого цвета дерево выглядит тоже еще раз в разы круче. Этот шкаф сейчас открывать для вас не буду, просто потому, что его нужно прикручивать к стене, иначе он повалится. Или, может быть, давайте одну только стеночку. Вот, полочки уже внутри стоят, Саша его прикрутит к стене. Так что имейте в виду, друзья, что, скорее всего, этот шкафчик нужно будет прикручивать. Вот там вот его ножички. Ну, а этот уже пошире. В нем уже спокойно можно открывать дверки. Плюс, когда внутри будет стоять обувь, он будет еще раз тяжелее. Так что, ну, я думаю, что его прикручивать уже не нужно. И вот в это место, опять же, покажу вам. У меня здесь будет такая прямоугольная вешалка, которая будет крепиться к потолку, и затем на нее мы будем вешать вешалки. По крайней мере, так я себе это все представляла. Сюда будут увешиваться длинные какие-то пальто, плащи мои, потому что только я ношу что-то длинное, тренчи, может быть, а здесь уже курточки, то есть они, скорее всего, будут висеть еще над этим шкафчиком, но это я так и планировала. Сюда хочу поставить еще чашу для ключей, чтобы заходить и сразу бросать, и звенеть, чтобы все слышали, что человек пришел в дом. Вот. Ну и, собственно, кстати, вот такие вот ручки. Просто буквой Т, черненькие металлические ручки. Они подходят, кстати, черненьким ножкам. Вот. И мы их прикрутили не посередине, а чуть выше. Знаете, чтобы не наклоняться слишком, а вот можно было уже спокойно это все достать. Мне кажется, выглядит классно, когда будут плинтуса, когда будет дверь здесь, косяки и все такое, то будет выглядеть вообще очень круто. Плюс можно сюда либо поставить какую-то картину, доставить еще какие-нибудь вазы. Кстати, насчет вазы, друзья, посмотрите, какую красоту я заказала в H&M Home. Это ваза, я в нее влюбилась. Давайте мы ее сейчас с вами поставим прямо сюда и насладимся этим незаконченным видом. Ну, мне кажется, это очень круто смотрится. Вообще, я обожаю всякие разные классные вазы, чтобы они были не совсем обычные, но с какой-то изюминкой, со стилем. Вот, и мне кажется, это просто вау. Она большая, стоила 25 евро, 24,99, по-моему, для высоких больших букетов.
Думаю, вообще в самый раз. Да и просто, как в качестве декора поставить, знаете, как это сейчас Pinterest-like ставят там на книги, рядом ваза, там какой-нибудь еще цветок в горшочке. Я думаю, это тоже просто гениально. Еще, друзья, посмотрите, из следующих новинок. Я хотела себе консоль или консольный стол, скажите мне, как правильно, и не могла найти подходящий, такой, чтобы был вот прям как я хочу, по размеру, по оттенку, чтобы вообще в целом вписывался в наш интерьер сюда. Поэтому, друзья, я заказала отдельную столешницу. Опять же, заказала на Амазоне, там же, где я заказала вот эти вот полочки, друзья, о которых я вам рассказывала. Там они продают, помимо полочек, также столешницы. Вы можете сами, по сути, соорудить себе стол. Столешницы разных размеров. Я заказала себе самую маленькую. Она здесь, по-моему, по ширине 40 сантиметров или 48, не помню толком, а по длине метр. Это как раз то, что мне нужно. Плюс отдельно я заказала вот эти черные металлические ножки. Опять же, на Амазоне. На Амазоне они имеются разных видов, разной длины, разной формы. Ну, я вот хотела что-то, ну, примерно, что и везде, знаете, у меня, чтобы были они только вот из металла. И Сашуля мне прикрутил эти ножки к этой столешнице, и у меня получился вот такой консоль. И его, друзья, я планирую поставить на вот это место. То есть вот это наш барный шкафчик, который, кстати, у нас винтажный. Мы купили его с рук у одной девчонки, которая продавала его от своей бабушки еще. Мне он настолько нравится, и я его просто обожаю. И мы определили его для как бы нашего бара, да. И он у нас стоял еще в нашем предыдущем доме очень долго. То есть ему уже у нас исполнилось несколько лет, да, но в целом он, я не знаю, каких годов, может быть, с 50-х сохранился или 60-х, не знаю, ну, в общем, очень круто, он на таком вот замочке. Вот, я вам как-то давным-давно о нем рассказывала, все это так и сохранилось, мы ничего с ним не делали, то есть он классно покрыт лаком. Его я планирую отсюда убрать, а именно поставить вот в это место. Это, конечно, все уберется. Я до сих пор еще решаю, как мне это все, в общем, соорудить, потому что, поскольку у нас сортируется мусор, мне вот этот... Вообще хочу другой мусорный бак, знаете, это пластик, и его убрать ко всем чертям в кладовку, чтобы его никто не видел. И поставлю этот барный шкафчик сюда, а консоль поставлю вот сюда. И он будет служить тоже в качестве такого декора. На него я поставлю затем вот эту рамку. Кстати, рамка тоже очень крутая. Покупала где-то полгода назад. Тоже на Амазоне есть, разных размеров. Вот, мне очень понравилось. И сюда можно либо какую-нибудь фотографию, либо просто какой-нибудь рисунок. Ну, вы сами знаете, да, как это все сейчас примерно делается. Плюс поставлю лампу. Также сверху какой-нибудь цветок. Под этот столик я планировала поставить типа корзины с пледами, с покрывалами, может быть, чтобы это все не валялось. И, кстати, вот этот стол у нас уйдет. Его я покупала давным-давно в магазине Lidl у нас здесь в Германии. Он был в наборе, в нем, по-моему, 3 или 4 столика, по-моему, было. Но его мы хотим уже поменять. Вот, может быть, его отдадим Сашиной маме, потому что, мне кажется, он ей понравился. Да, примерно так. Плюс, конечно же, я до сих пор ищу сюда коврик, паласик какой-нибудь. Все, не знаю, что именно сюда подобрать. Все в поисках, но я думаю, когда все найдется, когда встанет на свои места, я вам, конечно же, все полностью покажу. А еще я хочу разобрать свой гардероб, а именно поменять его уже на такой осенний, потому что у меня до сих пор висят еще летние льняные жакеты, например, или что-то легенькое, и поэтому пора это все дело уже раскрепсти и привести в порядок. Но классно то, что сейчас у меня здесь
Очень много места, что даже летние вполне хорошо сюда помещаются жакеты. Но все равно, знаете, я не хочу, чтобы они здесь путались. Я их просто отсюда сниму и уберу, может быть, в другой шкафчик. Вот здесь у меня лежат уже мои аксессуары. Ничего дорогого. Простые, обыкновенные бижутерия, цепочки. Вот. Единственное, только вот эти вот колечки серебряные от Пандора. А вот это кольцо, друзья, я не могу с ним расстаться. Я помню, его купила себе, когда еще училась в гимназии. Это серебряное кольцо. Дело в том, что мне настолько тогда понравилось это колечко. Я его купила не в отпуске, а просто в магазине, носила его очень долго, ну, не хочет фокусировать. Вот, и сейчас я его, конечно же, уже не ношу, но очень его люблю и не могу с ним расстаться. Здесь у меня браслетики от Daniel Wellington, когда они мне еще присылали свои часики. Да, сейчас на данный момент я с ними не сотрудничаю. Вот, иногда их тоже надеваю с часами, смотрится очень даже миленько. Вот, тут мои цепочки, это Zara, это Bijou Brigitte. Вот, ну, это, по-моему, серебряная цепочка, тоже с таким золотым напылением. А вот это My Own Muse. Вы постоянно у меня спрашиваете, кстати, что за цепочка у меня, например, вот это. Вот эта вот цепочка, вы о ней тоже часто спрашиваете. Это My Own Muse. Жемчужная такая медалька с цепочкой с золотым напылением. И это петербургский бренд. В общем, девчонки изготавливают вот такие вот цепочки. И тогда они мне тоже прислали несколько цепочек на мой выбор. И вот эту вот прям я очень обожаю. И вы тоже, потому что постоянно о ней вы у меня спрашиваете. Ну и вот эти цепочки тоже от их бренда. Ну и здесь все мои часики. Очень много Daniel Wellington. Опять же, по сотрудничеству, это часы Casio, которые вам тоже очень нравятся. Это, знаете, такой стиль ретро. И у Саши тоже имеются такие же часы. Если вы видите их у Саши, они у него серебристые и побольше, то вы тоже постоянно спрашиваете, что у Саши за часы. Вот, мне кажется, вот эти часы собрали больше всего вопросов вообще за ведение всего моего канала. Вот, мне они тоже очень нравятся. Такой ретро-стиль очень-очень крутой и подходят вообще ко всему. Просто красота. Вот, а вот там у меня очень старые часики, мне кажется, у них уже села батарейка, они у меня не идут, их мне дарил Саша давным-давно. Кстати, я не верю во всякие приметы, что если подарят часы, то к расставанию. Ну и что? Уже дом купили вместе, и двое часов подарено, так что, друзья, все нормально. Здесь у меня, опять же, еще раз висят всякие разные вещи, очень много летних вещей. Убрать или же оставить их тут висеть, не знаю, вот потому что, опять же, здесь, смотрите, много льняных рубашек, каких-то топов именно летних, и я их просто хочу убрать, просто для того, чтобы они, ну, не мешались, знаете, не смущали меня, когда я открываю, например, шкаф. Кстати, вот здесь у меня почему-то перестало работать освещение, то есть лампочка у меня там такая же вот здесь прикреплена, и она должна, по сути, загораться, когда я открываю шкаф, но что-то пошло не так, и, в общем, ее надо как-то заменить, что ли. Здесь у меня еще вот такой вот контейнер для как раз летней одежды, он еще полупустой, поэтому я могу его здесь еще заполнить, я думаю. Сюда сейчас, наверное, отправятся такие супер-супер летние вещи, которые я уже не смогу миксовать сейчас осенью. Хотя, вот, например, вот такие вот вещи, как сатиновые платья, да, это я не отсортировываю, или вот такая вот сатиновая юбка, потому что их очень-очень круто можно комбинировать и стилизовать именно в осенний период, когда еще не так холодно, но, например, с грубыми ботинками и поверх надеть какой-нибудь вязаный пуловер, будет смотреться просто гениально. И это актуально, знаете, из сезона в сезон, уже который сезон, потому что это перешло уже практически в базу. То есть вот, купив такое сатиновое платье, сорочку, да, вы можете носить ее чуть ли не круглый год, если погода вам это позволяет. Yeah.
Я закончила. Кстати, здесь у меня всякие домашние вещи лежат. Вот. Ну, а сама вот эта вот вешалка освободилась на очень много. Вы посмотрите, сколько здесь еще у меня теперь плечиков висит. И я буду стараться, знаете, не накапливать, опять же, всего-всего, а чтобы у меня был такой круговорот, понимаете, чтобы вот то, что я положила туда, потом висела здесь. Конечно же, сейчас тут, наверное, прибавятся у меня еще кое-какие осенние вещи, но затем я буду вот это вот так менять. Осенние туда, летние достала, или наоборот, летние убрала, осенние повесила. Вот эти рубашечки еще пока оставила. Мне кажется, их тоже можно будет очень круто носить. Например, зеленую тоже с каким-нибудь, или с футболкой и с кожаными брюками. Тоже будет очень классно смотреться. Вот, пока что еще погода позволяет. Или, например, скажем, с каким нибудь черными джинсами и с косухой будет классно смотреться. Зеленый цвет сейчас очень-очень модный, актуальный, так что советую на него обратить внимание, так же, как и розовый, кстати. Вот, ну, это прям, знаете, такой цвет фуксии. Кстати, я постирала, но не погладила эту рубашку. Сейчас, знаете, глажу только тогда, если я куда-то выхожу. А так я экономлю себе свое время, вот. И я думаю, что, наверное, если даже ее сейчас не надену, то ничего страшного, что я ее не погладила, потому что я ее скоро уберу. Вот, белых рубах у меня много, но белые рубахи, они всегда актуальны, и их всегда можно надеть, хоть летом, хоть зимой. Они у меня здесь разных фасонов, очень их люблю и обожаю. Тут и сатиновые у меня, и укороченные, и хлопковые, и каких только нет. Вот эту вот тоже очень люблю, это от моих любимых Веретено. И они сшили такую блузу в викторианском стиле, посмотрите, с очень красивыми воланами здесь, оборками и воротник-стоечка. Смотрите, вот такие вот пуговки сейчас, кстати, очень-очень актуально. Плюс они еще, посмотрите, придумали такой вот бантик, который вы можете застегивать себе, прикалывать, если вы хотите, просто, знаете, для разнообразия, для такой вот изюминки. Ну, а если нет, то его можно, конечно, тоже убирать. С джинсами, например, будет классно смотреться. Или с кожаными брюками тоже. Или с широкими брюками палаццо в пол. В любом случае, эта блуза выглядит очень выигрышно. Ну, и платье я здесь уже оставила. Кстати, вот это платье тоже у меня от Веретено. Кстати, называется Виктория. Очень красивое платье тоже. Или с грубыми ботинками, или с такими высокими, широкими сапогами, трубами. Ну, хватит, наверное, вам тут показывать свои шмотки. Скоро, кстати, будет видео с моими обновками на осень. Вы уже все ждете. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этом я буду заканчивать свой влог. Надеюсь, что я смогла вас на что-нибудь вдохновить, неважно на что, может быть, в декоре вашего дома, в каких-нибудь интерьерных стилистических решениях, или же, может быть, что-то касательно вашего образа в одежде. Вот, ну а мы увидимся с вами уже очень-очень скоро в моих следующих видео. И всем большое спасибо за внимание. Всем пока!